трудовые письма вечно вам хранится. Кто ушел без смерти, кто пришел герой. Великая Отечественная война. 4 долгих года советские солдаты боролись с фашизмом. Они знали, от них зависит будущее их детей, внуков и правнуков. В канун 77-й годовщины Победы наследники героев посвятили им праздничный гала-концерт. Моего прадедушку звали Баринов Василий Федорович. Он сопровождал город Курск и участвовал в первых боях под Севастополем. Концерт «Честь, слава, доблесть» собрал лучшие номера творческого этапа 15-го смотра конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать». Десятки команд приняли участие в традиционном городском состязании. За победу боролись воспитанники детских садов, школьники, студенты, сотрудники силовых структур, работники предприятий и организаций города. Сохранять память о тех, кто подарил нам свободу и мирное небо – задача нынешнего поколения. К ней юные патриоты относятся с особым трепетом. Хотели показать всем своим номером, как важно ценить память, чтить, уважать тех, кто погиб в Великой Отечественной войне. Очень рад, что я выступал именно для детей войны. 15 литературно-музыкальных композиций о подвиге героев войны перенесли главных гостей праздника в их юность. Ветераны и дети войны вспоминали о том, что им пришлось пережить 81 год назад. Помню прекрасно, как провожала папу на фронт. Прям вот все вспомнила, ревела пол концерта. Великолепный концерт. Такая чувствуется подготовка. Дети это вообще поразили. Такие движения. Так пели, так читали стихи. Ну это... Прямо вот хочется сказать, что это будущие патриоты. Полуторачасовой концерт, наполненный любовью к жизни, в очередной раз напомнил о том, что мир очень хрупок и что его судьба во многом зависит от нас. Сейчас наши военнослужащие пишут новые страницы освобождения Украины и мира от нацизма. Внуки тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, сейчас сражаются с нацистами. Но так же, как наши деды одержали победу, так и их внуки вернутся с победой. Я всех поздравляю с праздником, всем огромного здоровья, удачи во всех начинаниях. И мирного неба над головой. С праздником! С Днём Победы! Диана Котлярова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».